справочник по продукции и продажам Oriflame 2001 года. Как помню, тогда еще работал в Avon, и для ознакомления с конкурентами зарегистрировался консультантом в Oriflame и купил вот эту вот всю их полиграфию. Напишите, кто работал консультантом, у вас была такая продукция, либо уже существенно обновленная. Ну, на самом деле там просто переупаковывают часто и, как говорится, каждый год изобретают новую помаду. Хотя, по сути, это одна и та же помада. Спасибо за внимание.